19 казахстанских ТЭЦ вошли в красную зону. Это значит, что там срочно необходимо провести реконструкцию и ремонт основного оборудования. Средний износ ТЭЦ по стране составляет 66%. При этом в городах Уральск, Степногорск, Тараз, Кызылорда и Кентау он превышает 80%. Об этом сегодня заявили в Министерстве энергетики. Ведомство провело ревизию состояния тепловых электрических станций и сетей страны. Булат Акчулаков заявил, что средний возраст ТЭЦ достиг 61 года, а количество аварийных отключений на электростанциях увеличилось. В профильном ведомстве добавили, для проведения капитального ремонта необходимо 182 миллиарда тенге. Из госбюджета будут профинансированы только 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности. Остальные 22 собственника должны обновить сами. Данный расчет проведен в рамках бенчмаркинга. Денежные средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляют 93 миллиарда тенге. На текущий момент доходы электростанции от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Сумма недофинансирования составляет 88 миллиардов тенге.